Жизнь на этой площадке замирает разве что глубокой ночью. Стройка почти не останавливается. Уже сейчас готово 80% парка. Территория у него не маленькая. Сквер раскинулся на 3 гектарах. Каждой скамейке и дорожке строители хотят вернуть былую красоту. При проведении строительных работ из-за постоянных проливных дождей возникли некоторые трудности. Техника не могла заехать, тяжело пришлось и самим работникам. Но сегодня ситуация наладилась, наши ребята стараются успеть в срок, при этом гарантируем качество. Этот парк был построен в 1991 году. С тех пор здесь не проводили капитальный ремонт. Теперь подрядчик раскрывает секреты большого преображения. Здесь проведут отделку фасада, укрепление берегов искусственного водоема, установят удобные скамейки. В общем, все, чтобы парк приобрел цивилизованный вид. Хорошее начало. Правильно делают, что ремонтируют парк. Это самая лучшая новость за последние дни. Наконец нам, нашим детям и внукам, будет где гулять вечером. Я наблюдаю за тем, как ведутся работы. Пока получается очень неплохо. По просьбам местных жителей нетронутым оставят старое колесо обозрения и летнюю сцену. Скоро на ней, как и 25 лет назад, должна звучать музыка. Деньги, предназначенные для демонтажа, были перенаправлены на укладку мраморной плитки у входа в парк и на отделку арки травертином. Парк во всей красе местные жители увидят уже этим летом. Подрядчики называют даже конкретные сроки – 1 июня. К этому времени объект должен преобразиться до неузнаваемости. Бахром Абдуллаев, Амантай Ольбек, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «УТРАР».